Всем привет! Добро пожаловать в Домодедово на игру MLBet первенства России по футболу первой лиги. Велес против Родины. Сегодня столичное дерби. Снова на правом краю мяч. Низкая передача в штрафную. Точно! Ух, какой удар! Сейчас исполняет форвард Велеса. А теперь Родина переходит в наступление. Мяч у вратарской, падение. И что? Пенальти! Арбитр назначает. Голдобин! 1-0! Никита Голдобин, и есть второй гол Родины в нынешнем сезоне MLBet первой лиги. 1-0. В темп этой передачи Голдобину. Заброс штрафную. И что здесь? 2-0! Офсайда нет! И это гол Морозова. Владислав увеличивает отрыв. Ну вот, наконец, прошла передача в штрафную. У Морозова было целых два касания, чтобы обработать мяч, развернуться, а затем и пробить. Так, вот здесь на левый фланг напрашивается передача. Но выбирает Саркисян другой вариант. Вообще он очень здорово проникает между зонами и между защитниками Родины в центре. Они могут этим пользоваться. Бацуев, ну, очень хороший замысел был у Аюба, но именно в плане исполнения Бацуев сыграл не очень. Но пока наступление через левый. Навес штрафную, Бацуев головой, эх! Ну вот лидер, да, и разогнать атаку, и замкнуть ее, но... И Адаев уходит от соперника, Адаев штрафной, что будет делать? Адаев дальний! Закручивает мяч, но он летит рядом со штангой. А вот и все. Поздравляем Родину с первой победой.